Почан. Где наш малыш? И дома. Боже мой, какой красавец. Он самый крупный был. Давай, мы же уже с тобой это проходили. Давай на руку. Такой красавец. Мы с тобой уже проходили, помнишь? Ты уже залазил мне на руку. Да. Помнишь? Пацан, давай, залезай. Ну давай. Ай, ты мой мальчик. Давай. Мы с тобой разговаривали уже на эту тему. Боже мой. Давай, залезешь? Я тебе орешек дам. Я орешек тебе дам. Давай, залазь на руку. Лакон, смотри. Ай да Лаки. Видишь? Пацан. Лаки, кто ты это? Дома. Смотри, вот тут ты будешь жить, пацан. Да? Слышишь? Пацан. Будешь здесь жить. Давай на игровую площадку. Он сам должен. Этот сказал же, это очень важный момент, что да. Он сам к ней пришел. Ты дома, малыш. На ручки подойдешь? Давай. Пойдем. Мы с тобой уже разговаривали. Залазь. Залезай. Он меня прощупывал, знаешь, так лапу ставил, но не опирался, знаешь. А потом так, оп, потихонечку, да? Залазь. Залазь на ручки. Давай на ручки. На ручки? Да. Да. Будем на ручки? Ну что, красивые? На ручки. Давай, залезай. Слезай. Залазить будешь? Не? Ке-ке. Ты будешь или не? Малыш, пойдем, иди к маме. Иди, иди сюда. Давай, иди. Иди к мамочке. Давай, перелазь вот так. Молодец. Ой, какой же ты молодец. Давай вторую лапку. Вот так, умница. Ой, какая умница. Смотри, что тут есть у тебя. Ну-ка, посмотри. Иди на жердочку. Давай, на жердочку. Давай, малыш. Вот так, моя птичка. Да. Плохо видно. Он сам залез? Я его посадила. А он тебе на руки залез? Да. Че, серьезно?